Пожаловать в этот замечательный вечер, который через несколько минут станет еще лучше. Ровно тогда, когда мяч покинет центральный круг. Ваши комментаторы сегодня — Георгий Черданцев и Константин Генич. Division Rivals в прямом эфире, здесь никогда не бывает скучно. Отличный матч мы сегодня выбрали для трансляции. Они подошли к этому матчу в отличной форме, и их победная серия вполне может продолжиться и после этой игры. Хозяева поля сегодня с первых минут играют в следующем составе. Лев Яшин займет место в воротах. В обороне Карлес Пуёль в паре с Милитао. Джерард вместе с Тони Кроссом в центре полузащиты. Двумя нападающими сегодня представлена линия атаки. Это Маркус Рэшфорд вместе с Александром Сёрлотом. Шевченко. Жестко он в отборе играет. Особое внимание сегодня будет приковано к Дэвиду Бекхэму. Ну, когда дело касается завершения атак, тут ему равных просто нет. Будет идти в штрафную и ждать своего момента. Не получается сохранить мяч. Мяч потерян, теперь он у соперника. Мяч все ближе и ближе к воротам соперника. Гол очень близок. Отличная игра в отборе. Стивен Джерард. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Вратарь выручил свою команду. Приличный удар и надежная игра голкипера. Мяч летит в центр штрафной. Знаете, есть такая опция — тренировка удара. Пас перехвачен, теперь надо бежать в оборону. Выходит он один на один. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в ствол. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков. Но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Серхи Дарден. Вот и все. Опасная атака, но благодаря перехвату она закончена. Хороший темп набирает атака. И навес на ближнюю штангу. Великолепен защитник сейчас. Спас команду он этим действием. Отличный пас на ход. Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. 1-0 в нашей игре. Мяч перехвачен, плохо сыграл. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Ну, это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность, но удар у него, мягко говоря, не получился. Давид Трезеге. Прекрасная техника. Похоже, ждал он паса чуть раньше, поэтому залез в офсайд. Мяч Тони Кросс теряет.
Джеймс Тавернье. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Удар получился далеким и от идеала, и от створа ворот. Джо Гомес. Ферлан Минди. Джерард получил мяч. Помогает ему партнер в атаке. Дэвид Бекхэм. Здорово перехватили мяч. Хороший прессинг. Опасно могло быть. Такой удар классный. Пойди такой удар в створ у вратаря, были бы большие проблемы. А так миновала опасность. Давно не было мяча у гостей. Соперник сейчас больше владеет мячом, но до каких-то решительных действий пока что дело не доходит. А вскрыть оборону такого организованного соперника задача далеко не из легких. Шевченко. Хорошо отдает в движение. Но нет, пас не проходит, и это заслуга защиты. Хороший перехват. Он хорошо держит мяч, и отнять его пока не получается. Этот удар не прошел. Есть хороший адрес для передачи. Игрок атаки рано начал движение. Это офсайд. Флангом и впереди свободная зона. Один соперник отыгран, идет вперед он. Какой удар! Ужасный с такого-то расстояния. Тут, конечно, обязательно надо было забивать. Вообще он бил на исполнение, но удар-то у него какой-то корявый получился. Кай Хавертс. Отличный пас на ход. Уже из офсайда получился гол, так что счет не изменится. Да, это решение никто не оспаривает. Положение вне игры действительно было. Великолепный дриблинг. Здорово он с мячом идет. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Интересно, какое продолжение для этой атаки они выберут. Вратарь отбивает удар. На этом атаке конец. Маркус Рэшфорд. Бекхэм с мячом. Тони Кросс. Вратарь тут хорошо играет. А теперь всем нужно пройти в раздевалке и отдохнуть. Уже совсем скоро продолжение матча. Мы продолжаем. Впереди второй тайм. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. А
Отличный пас на ход. Отличная передача, но в офсайд. Судейская бригада работает четко и фиксирует положение вне игры. Это часто случается. Пас был хорошим, выверенным, но слишком рано. Им не хватило понимания друг друга. А так все равно хорошего. У защиты соперника могли появиться большие проблемы. Мяч потерян. Странная была передача. Ворота все ближе. Хорошее движение вперед. Можно бить! Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Теперь плюс 2 гола. Повтор гола смотрим. Удачно расположился игрок. Практически в упор был нанесен удар. И голкиперу там очень сложно было что-то сделать. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Отличный пас на ход. Штрафной удар. Отсюда можно пробить. Пас угловой разыгран. Это аут. С мячом Рикардо Перейра. Что придумает Эсьен? Отдает мяч точно сопернику. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Но владение переходит к сопернику. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Попытка отбора и мяч выбит на угловую. Навеса нет, все низом. Есть удар! И удар заблокирован. Успешно навязал борьбу, теперь придется бороться еще раз. Отлично бьет Трезеге. Тут нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь это и сделал, просто отбил мяч подальше. Ну что, Георгий, статистика не врет. Мне кажется, что нет ответа на вопрос у защиты, как остановить нападение соперника. Столько моментов, столько забитых мячей мы уже увидели, а это еще не конец матча. Они и не думают останавливаться, вновь идут в атаку. Навес в центр штрафной. Очень уверенно защита останавливает эту атаку. Есть свободное пространство для контратаки. Дэвид Бекхэм. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Перейра. Пас на ход партнеру. Еще одна результативная атака увеличивает разницу в счете. Теперь у них +3 на табло.